Доброе утро, друзья и гости моего канала! Всех рада приветствовать у себя в гостях! Друзья, решила сегодня на завтрак приготовить оладушки или панкейки, как вам больше нравится. Буду использовать гречневую муку. Посмотрим, что получится. Мне и самой интересно. Предлагаю вам присоединиться ко мне на кухне и приготовим вкусный и сытный завтрак вместе. Погнали! Нам понадобится 150 грамм гречневой муки, стакан мацони или кефира, одно яйцо, пол чайной ложки соды, 1 столовая ложка сахара, ягоды для украшения, сгущенное молоко или какой-нибудь сироп для сладости. Яйцо разбиваем в мисочку, немного солим, добавляем немного сахара, 1 столовую ложку, и хорошенечко взбиваем. Затем добавляем мацони и пол чайной ложки соды. Все тщательно перемешиваем. Наша масса от соды немного запузырится. Если нет, можно добавить пол чайной ложки уксуса. Затем добавляем нашу гречневую муку и все хорошенечко перемешиваем. У нас получится вот такое вот жидкое тесто. Хорошо разогреваем сковородку. Подбавим немного растительного масла и столовой ложкой выкладываем наше тесто, формируя небольшие оладушки или блинчики. Обжариваем с двух сторон. Наши панкейки или оладушки готовы! Поливаем их сверху сгущенкой или сиропом и украшаем ягодами. Вкус у гречневых оладий просто изумительный. Мне он напоминает шоколадный. А контраст сладкой сгущенки и кисленьких ягод вообще просто бомбический. Друзья, готовьте на здоровье. Всем приятного аппетита, хорошего дня и отличного настроения. Ну, а я с вами на сегодня прощаюсь. Мы с вами увидимся очень-очень скоро в следующем видео. Пока-пока!